Здравствуйте. Ну вот, как я погуляла на выставке, можете сами видеть, но это только первая часть. Остальное мне пришлют или сегодня, или завтра. Ну, давайте пока разберемся с первой частью. Здесь то, что я приобрела, и то, что мне подарили от магазинов. Подарки от магазинов, потому что есть еще и подарки от друзей. Но это будет отдельное видео, а то мы затянем наш небольшой ролик на час. Итак, давайте же посмотрим, что я приобрела. Здесь у меня маленький непентес. Я хочу посадить его в тот террариум, где уже растут у меня... хочу сказать саркофага по-гречески, растения-хищники. Вот такой маленький непентесик. Две вот такие роскошные сарацении. В прошлом году мои сарацении погибли в большинстве. Не выдержали тяжелого лета, почти 50 градусов было в течение очень длительного периода времени, почти 3 месяца. Кто-то пострадал, кто-то не очень, но кто-то не выдержал. Буду думать в этом году, что и как, куда их убирать. И вот такая вот, называется недотрога, мимоза, наверное. Мимуапт. Вот мы ее касаемся, и листики ее складываются. Я закатала рукава, как всегда. Это были растения, которые я приобрела в том месте, где продают бонсай и растения-хищники. Вот этот вот прекрасный куст мне подарили в магазине, ларек, наверное, называется, да? Или киоск, киоск, вот правильно, в киоске Сусо Лёнда. Она мне предлагала огромный горшок. Ну, куда было такого ароматного растения, цветущего, голубые с белыми цветы, не помню, как она его назвала. Но куда было, мы же еще и собаку с собой возим, не поместилось бы. Прекрасное алоэ. Ну вот, когда живешь в центре города, без этого шума никак не обойтись. И приобрела вот такие вот. Нет названия у нас. Но поищем, посмотрим, как он называется. Суккулентики. Еще одну вот такую эйфорбию, но не удержалась, конечно. Очень мне нравится. Гладенькие такие. И вот такой вот астрофитум. Смотрите, какая прелесть. Ну, как удержишься? Ой, не могу, обожаю их. Я их просто обожаю. А теперь перейдем к тем растениям, которые я приобрела в Рептилии Ностра. Большая часть приедет, я уже сказала. Ну, давайте начнем. Вот такой вот бульбофилум. Я обязательно напишу его название, потому что я все взяла без табличек. Он у меня выпал по дороге. Но ничего, я все равно его посажу на блок. Целогина кристата. Да, вы знаете, что у меня есть кристата, и она у меня не хочет цвести ни в какую. Это чисто эксперимент. Взять из другого питомника, из другого магазина и посмотреть, виновата ли я, виновата ли целогина или что-то еще, или климат не нравится. Мне положили подарок. Вот такую вот тилансию. Тилансию я обожаю. Кстати, моя медуза выдала цветонос. Выросла огромная-огромная. Ту, которую мне присылала Джамили из Швеции. И выдала цветоносик. Далее еще одна. Ну, я люблю их. Что же поделать? Вот обожаю я их. Сарацения. Вот такая вот красотка. Просто красавица. Магазин этот я просто обожаю. Рептилия Ностра, вы знаете. Они привозят очень-очень интересные вещи. Карликовый банан. Был дождь в Афинах, и была эта африканская пыль, вот на листиках, ну, по-моему, осела. Так, далее, и вот такая адения. Это не адениум, это адения. Главка. Мы проснулись. Красавица, просто красавица. Есть очень редкие растения. В этом магазине Рептилия Ностра можно найти очень-очень редкие растения.
человек, который владеет этим магазином, он просто поставил себе такую цель – привозить редкие растения. А это сеянец каудексный. Смотрите, у нас вот там потихонечку. Тоже я выпишу название. Вот видите, каудекс, маленький-маленький каудексик. Собираются гости. У меня сегодня именины, День Святой Ирины. И я получила огромную кучу подарков. Я их покажу от моих друзей, от магазинов, от подписчиков. В общем, ну это в другой день, конечно. Давайте закончим сейчас на вот этих вот прекрасных растениях, которые я приобрела в Рептилии Ностра. Опять мои закатанные рукава попадают в видео. Ну, мы смотрим на цветочки, а не на мои рукава. Это подарок от магазина. Огромное спасибо. Я выпишу все названия, потому что я убегала очень быстро. И вот такие вот симпатичные подарочки от магазина. Тоже выпишу название. Это какие-то суккуленты. Вот этот Тилансия. Прекрасный тоже подарок. И вот еще один вот такой вот, ай, суккулент, я сейчас уроню или сломаю что-нибудь. Вот такой вот интересненький. Все мы выпишем, спросим, как выращивать. Ну, кроме тех, конечно, какие мы знаем. И вот такой вот типа как папоротник брала в прошлом году, но лето не пережил. Я хочу еще раз попробовать. Сказали, что в полнейшую тень и не оставлять его ни на один день пересыхать. Должен быть влажным. Огромное спасибо магазину Рептилия Ностра и за такие прекрасные растения, которые привозят, и можно найти что-то редкое. И за подарки. В общем, еще раз огромное-огромное спасибо. У нас собирается народ. Я сегодня буду праздновать. А завтра покажу уже все подарки, которые мне подарили. Спасибо. Ну и, конечно, не забываем, продолжение следует. Завтра, послезавтра новые растения. Спасибо.